Как пройти в библиотеку? Фраза из известной комедии теперь имеет отношение к виртуальному пространству. Более 70 старинных изданий по истории, этнографии, языку и культуре марийского народа размещены в открытом доступе на сайте Марийской электронной библиотеки. Этот проект, напомню, реализуют сотрудники Национальной библиотеки имени Чевайна. Ценные и редкие издания и рукописи, хранящиеся в архивах библиотеки, переводят в электронный вид, тем самым сохраняя оригиналы, но делая их содержание доступным каждому, кто интересуется историей Марийского края. Конечно, необходимо специальное оборудование для сканирования. К сожалению, вот те издания, которые мы сканируем на простых контактных сканерах, которые, ну, просто технически не могут передать вот качественное исполнение той или иной книги. При наличии бесконтактного книжного сканера в нашей библиотеке, конечно, качество создания вот этих цифровых копий, оно возросло бы в разы, и, конечно, в разы бы, соответственно, повысилось и обеспечение сохранности самих оригиналов документов. Мы, конечно, пытаемся включаться в проекты различные, да, которые позволяют приобретение технического оборудования. В планах библиотечных работников сделать электронную библиотеку самостоятельным интернет-ресурсом. Пока она является подразделом сайта Национальной библиотеки имени Чевайна.